Уважаемые коллеги, слушатели нашего вебинара сегодняшнего, я надеюсь, меня хорошо всем видно и слышно. И если все у нас со связью отлично, то я думаю, можно начать наш сегодняшний вебинар. Первый в этом учебном году для меня. Вебинар будет посвящен созданию таймлайнов. За этим красивым словом скрывается то же самое, что мы знаем под названием лента времени, цифровая хроника, ось времени и так далее. Сегодня я постараюсь вам рассказать об основных сервисах, инструментах для создания таймлайнов онлайн, офлайн. Возможно, какие-то программные продукты вам покажутся интересными. Сегодняшнюю презентацию можно скачать, если она вам необходима для работы. Делается это через нажатие кнопки на серую папку вверху с правой стороны у вас на экране. Папка открывает вкладку «Ресурсы». И там есть значок «Зеленая стрелочка». Это как раз кнопка для скачивания этой презентации к себе на компьютер, если она необходима. Также по ходу рассказа я буду какие-то интересные, на мой взгляд, ссылки в чат посылать, показывать вам, как выглядит та или иная лента времени, таймлайн, чтобы вы могли оценить возможности, функционал и выбрать для себя именно те инструменты, которые вам покажутся более подходящими под ваши цели и задачи. Давайте тогда начнем. Что касается сертификатов, тут уже вопрос был. Я ссылку в чат отправила, да, можно по итогам этого вебинара получить сертификат через Директ Академию. Ссылка, как получить сертификат, есть в чате, и она же есть в папке, в той, где презентация ресурса. На нее нажмете, перейдете на страничку и можете заказать себе сертификат, если он вам необходим. Итак. Как я уже сказала, таймлайн – это по-другому еще лента времени, ось времени. Названий много – хронологическая линейка, временная шкала, как только ее не называют. Смысл в чем? Это такая событийная линейка, на которую наносятся даты, отрезки времени, какие-то определенные события с ними связаны. Каждому такой отсечке на ленте времени можно прикреплять какую-то дополнительную информацию. Например, фотографию или портрет персонажа, картинки. Это может быть видео, может быть аудио, ссылки на разные ресурсы. И такая лента становится интерактивной, и вы получаете уже максимум информации по теме. И она очень своеобразно представлена, визуализирована, что тоже очень приятно смотрится. Ленты времени, которые создаются в онлайн-сервисах, за редким исключением сейчас можно вставлять на сайты и в блоги, то есть использовать их и для дистанционной работы, и при показе на мероприятиях в школе либо в библиотеке. Кроме того, можно подключить и читателей или школьников к созданию таких лент времени, поэтому это, конечно, очень интересный процесс. Я вам постараюсь показать некоторые возможности. Вообще-то онлайн-сервисы для создания лент времени, их не так уж и много, около десятка, наверное, я имею в виду бесплатные или условно-бесплатные инструменты. К сожалению, многие из них исчезли. Вот этот вебинар на эту тему я проводила год назад, за это время три сервиса исчезли. Не появилось ничего на замену им, к сожалению, но тем не менее попробуем хотя бы вот в таких минимальных возможностях посмотреть. Наверняка что-то найдется подходящее. Начнем с самых простых моментов. Самая простая лента времени, она, конечно, очень простая. Сейчас я вам покажу, как она выглядит. Вот ссылку я в чат сейчас отправлю. Free Timeline, она так и называется, без изысков. Это бесплатный сервис, в котором не нужна регистрация. Он позволяет создавать, сохранять ленты времени и ими делиться. Очень легкий в использовании. Вы получаете серое поле, на которое сами наносите щелчком мышки события. К каждому событию можно прикрепить небольшой текст и небольшую картинку. Ну, минус этого сервиса сразу понятно, если вы по ссылке перейдете. Текст отображается прямо на ленте времени, поэтому слишком много текста тут не добавить. Кроме картинок, можно еще ссылки на веб-ресурсы добавлять сюда же плюс и немножко подредактировать текст. Вот, пожалуй, все возможности этой ленты времени. Однако плюс, что здесь не нужна регистрация. И то, что вы можете этой лентой времени делиться, получите на нее ссылку и можете совершенно спокойно ее распространять.
Для первого знакомства с лентами времени можно попробовать начать с этого. Здесь все максимально просто. Всего две вкладки – Load – загрузка и Sharing – поделиться. Сначала все загружаете, расставляете, а затем делитесь полученной лентой времени. Ну, конечно, это не верх дизайна, поэтому давайте посмотрим более сложные инструменты. Еще один инструмент – класс ToolNet. Если кто-то работает в школе, ну и занимался этой проблематикой школьной, то может быть знаком с этим сервисом. Сервис такой долгоиграющий, он уже давно существует на просторах интернета. Создал его английский педагог для создания различных интерактивных флеш-ресурсов. Здесь можно создавать различные дидактические игры. Если на стартовую страничку попасть, то там чего только можно не создать. И всякие учебные диаграммы, игры не очень сложные. В том числе можно вот создать так называемую хронологическую линейку, таймлайн. Здесь тоже не нужна регистрация, это тоже плюс, потому что к таким сервисам можно школьников, например, такие школьники, сервисы можно школьникам рекомендовать, они не очень любят где-то оставлять свои данные. Ну вот без регистрации это просто и быстро на самом деле. Ну, давайте посмотрим. Здесь все в режиме одного окна. Вот это окно сейчас на экране. Вы пишете название ленты времени, если нужно, автора. Можно творческую работу предложить, создать свою ленту времени, и здесь будет автор подписан у каждой работы, а вы потом уже будете оценивать. Последняя ссылка оказалась недоступной. Сейчас попробую. У всех ли так? У меня открывается. Единственное, что почему может не открыться, может быть, флеш не поддерживается. Там обязательно должно включиться такая штучка флешевская, которая бы смогла это поддержать. А так рабочая ссылка должна работать. Ну, вот на экране это скриншот этого сервиса. Что здесь нужно? Во-первых, нужно ввести дату начала и дату окончания ленты времени. Ну вот я примерно тут прикинула 30 лет, проставила с 16 по 1946. Сервис автоматически промежуточные даты выставит на ленте времени отсечки. Здорово, если... Да, разрешить нужно доступ. Все верно. Если, отлично будет, если оно совпадет с вашими датами. Вот. Если не совпадает, то придется как-то события между этими числами размещать. Не очень удобно, но все быстро двигается мышью. Создается событие просто. В белом поле щелкаете мышкой, открывается вот такое окошечко желтенькое. Внутри вписываете какую-то информацию о событии. Можно перекрасить, если желтый цвет не нравится, можно в любой другой перекрасить. Есть тут значок с пипеткой, можно покрасить. Фон изменить в этой картинке. Плюс к этому можно еще и фоновое изображение добавить. Оно загружается с компьютера и как фоновая картинка будет здесь в центре экрана. Дальше эти события вы можете совершенно спокойно перемещать по этой ленте времени, расставлять их покрасивее, чтобы они выглядели. Внизу вот этот вот прямоугольник цвета фуксии, там какую-то дополнительную информацию можно добавить. Что еще? Есть кнопочка, конечно, поделиться. Вы получаете ссылку на вашу работу. Можно распечатать со значком принтера. Можно просто сохранить и опять-таки получить ссылку в итоге, которой можно поделиться с другими участниками. Хороший вариант для детского творчества. Единственное, что может здесь отталкивать, это ну, вот такая вот разноцветица, скажем так. Яркие вот эти броские цвета, они смотрятся немножко уже архаично так, и на современный дизайн не очень похоже, но тем не менее можно и так попробовать. Возможно, что-то понравится в работе, можно попробовать использовать. Еще один сервис, называется он Genially. Вообще это отличный сервис для создания любого интерактивного контента. Инфографики, презентации, игр, квестов. Я еще о нем буду говорить на следующих вебинарах более подробно. Почему я решила его включить? Вообще-то он изначально не специализируется на лентах времени. Но есть в нем такая опция, называется инфографика в виде ленты времени. И поэтому я решила его включить в свой обзор. Сейчас я вам ссылку отправлю, чтобы сразу было понятно, как выглядит лента времени, созданная в нем. Вы получаете вот такую картинку, если по ссылке сейчас перейдете, это как раз шаблончик. Вот такую картинку получаете,
Вы сами наносите на нее отсечки, либо берете шаблон и там заменяете одни цифры на другие, то, что необходимо. Самое замечательное на этой картинке, что эту ленту времени можно оживить. Сейчас пока в нарисованном виде она статичная. А чтобы ее сделать интерактивной, надо на нее добавить так называемые горячие точки или метки интерактивные. Вы выбираете шаблон, его найти несложно, в разделе «Инфографика», в разделе «Таймлайны» найдете шаблоны, к сожалению, часть из них платная, бесплатных 6, но они довольно симпатично и так современно смотрятся. К тому же их можно перекрашивать и изменять под свой вкус. Выбираете нужный вам шаблон, щелкаете любой объект на экране, ну, я, например, вот щелкнула значок с фотографией. Появились два таких фиолетовых значочка, один с ладошкой, другая падающая комета такая. Вот тот, что с ладошкой, позволяет добавлять интерактивный контент. То есть сюда можно загрузить картинку, и она отобразится вот в этом кружочке. Плюс можно добавить текст. Вот такое окошечко появится, если нажать на эту ладошку. Сюда можно вписать любой текст, какой вы посчитаете нужным. Как видите, его можно форматировать, выбирать шрифт, размер и так далее. Далее в красную рамочку я выделила дополнительные опции. К этому тексту можно прикреплять ссылки, картинки, видео, любые встраиваемые объекты по коду. Все, у чего есть код, можно сюда встроить. Любую презентацию, видеоролик, какой-то другой интерактивный объект, все сюда добавляется прямо внутрь. И дальше можно еще настроить, как это все будет интерактивно появляться. То ли это будет просто всплывающее окошко, вот сейчас по ссылке просто всплывающее окно с текстом. Можно усложнить, если вы сюда много контента добавляете, то это будет как отдельное окно, оно будет открываться поверх. Ну и потом, как только вы ознакомились с информацией, все это можно убрать. Вот такие интерактивные метки, разбросанные по всей картинки, позволяют сделать необычную ленту времени на основе всего одной картинки. Это не очень сложно и очень интересное занятие. Плюс к этому здесь еще есть функция анимации. Все эти горячие метки и вообще любые объекты на картинке вы можете анимировать. Вот тот значок с падающей кометой – это как раз для анимации. Можно добавлять движение на вход, на выход, как будут появляться эти точки на карте. Можно, чтобы они там вращались, перемещались в любом порядке. Там огромное количество для анимации эффектов. Выбирайте, что вам нравится, либо вообще от них отказывайтесь. В некоторые шаблоны анимация уже сразу по умолчанию встроена. Вот ссылку на шаблон я вам дала, там уже есть немножко анимации. Собственно, можно на этом и остановиться. Либо что-то свое добавить. Повторюсь, все шаблоны переделываются. И получается вот такая лента времени. Вы получаете на нее ссылку и код. Вы можете встроить на страницу сайта и блога такую интерактивную картинку с лентой времени. Дальше. Еще один вариант ленты времени – лента времени в виде игры. Вот здесь нам не обойтись без сервиса Learning's App. Это, наверное, самый известный игровой сервис, конструктор для создания игр всяких самых разных. Более 20 шаблонов здесь различных, в том числе есть хронологическая линейка. Плюс сервиса, он русифицирован, нужно выбрать русский флажок, и после этого можно приступать к созданию. Необходима регистрация для работы, ну, собственно, в Genial тоже нужна. Дальше у нас пойдут сервисы, где уже нужно регистрироваться. Выбираете нужный шаблон, находите его в списке, выбираете создать новое приложение и начинаете работу. Можно посмотреть примеры, как будут выглядеть ваши ленты времени. Сейчас несколько ссылок вам отправлю. Вот первая по истории про династию Романовых, вторая про биографию Гоголя. Сейчас отправлю вторую ссылку. В чем смысл этой игры? Даются картинки и тексты, нужно расставить их в хронологическом порядке. То есть задача игроков, школьников, читателей – расставить нужную информацию по порядку. Ну, например, распределить данные из жизни Александра Сергеевича Пушкина в хронологии. Так вы можете добавить немножко игры в свои мероприятия, либо для читателей, либо для школьников, предложить им вот так поиграть. Еще этот сервис адресован прежде всего учителям, поэтому здесь есть опция личного кабинета.
Вы можете давать участникам работать с хронологической линейкой, но не анонимно, а создать свой класс, добавить туда учеников, попросить детей зарегистрироваться, допустим, на сайте. И они будут работать уже как ученики, каждый под своим именем, фамилией. И тогда у вас в личном кабинете будет появляться информация о том, как каждый из учеников справился с заданием. Это касается не только вот линеек, но вообще всех игр, которые здесь собраны. Кстати, вы можете использовать любую игру. Если есть уже готовая для вас подходящая, можно ее использовать, получить на нее и код, и ссылку, и все это встроить на сайт, в блог, либо просто делиться ссылками. Сервис доброжелательный и очень несложный, на мой взгляд, поэтому уже много-много лет существует. Вот так и выглядит конструктор для создания такой ленты времени. Здесь все очень просто. Вам нужно задать границы вашей линейки. Ну, вот я, например, биографию Лермонтова выбрала, задала дату рождения, дату смерти этого поэта. А дальше вам нужно создать пару. Дату и какой-то текст, либо можно вместо текста картинку. И необходимо эту дату с этой картинкой, либо с этим текстом совместить. Здесь есть еще окошечко дополнительное для подсказки. Если вопрос сложный, можно добавить какую-то подсказку. Далее нажимаете кнопочку «Добавить следующий элемент» и так далее продолжаете. После этого все сохраняете, смотрите в предпросмотре. Если все отлично, получаете код и ссылку. После этого можно предлагать уже читателям или ученикам своим. Ну, это все были такие игровые немножко ленты времени. Давайте посмотрим информационные, более информационные такие ленты времени для передачи какой-то информации, для создания информационных продуктов, например, в библиотеке. Хороший сервис Precedent, но сразу скажу, что, к сожалению, здесь бесплатно можно создать только одну ленту времени и на нее нанести всего 5 событий. Вот сейчас я вам ссылку отправила про Пушкина и про сейчас про русских писателей 19 века и про ученых. Сразу 3 ссылки отправлю, чтобы можно было посмотреть, как по-разному выглядит. Есть ленты времени с картинками. Вот про 19 век, вторая ссылка, там с картинками будет. Есть ленты времени просто обычные текстовые. Выбираете любой формат, какой вам больше нравится. Сервис несложный, нужна регистрация, затем автоматически создаете ленту времени и наполняете ее событиями. Щелкаете, добавляете события, здесь на русском языке все работает, вписываете какую-то информацию, ну, например, я про писателей когда создавала, ну, вот Николай Васильевич Гоголь у меня. Дата начала, дата окончания, дата рождения и смерти. И на ленте времени она отображается в виде вот такой длинной полосы. Новое событие окрашивается в новый цвет. Вы можете цвет выбрать самостоятельно, либо тот, который по умолчанию будет. Вот к этой длинной полосе вы добавляете какую-то дополнительную информацию в виде заметки. Ну и дополнительно сюда можно прикрепить еще картинку. После этого сохраняете, переходите к следующему событию. Событий не больше 5, к сожалению. Precedent неплохой сервис, вы можете ссылку получить на готовую карту, вставить на готовую ленту времени. Можно вставить ее в сайт, в блог или просто ссылкой делиться. Ну вот, к сожалению, только одна. Либо если вы хотите сразу несколько, придется несколько аккаунтов здесь заводить в этом сервисе. С разных электронных почт. Давайте посмотрим еще один сервис TimeToast. Это, наверное, сервис-долгожитель, потому что он очень давно работает. И хорошо, что он работает стабильно. Это значит, что хорошие информационные продукты можно здесь делать. Потому что, согласитесь, обидно, если сделаешь какую-то работу, а сервис буквально через месяц-два пропадает, и все пропадает вместе с ним. Жалко. Поэтому TimeToast рекомендую как стабильно работающий сервис. Он на английском языке, но здесь все не очень сложно. Сейчас опять пару ссылок отправлю. Вот про Великую Отечественную войну по истории. И вторая ссылка необычная – это история улицы. Как видите, тематика лент времени совершенно разная. Здесь и биографии каких-то известных личностей, и исторические события, и вот даже история улицы и так далее.
Таймтоус – необычный сервис. Ленты времени можно просматривать в двух вариациях. Можно вертикально – это картинка сверху, можно горизонтально – картинка снизу, в виде именно вот такой временной шкалы. Как вам больше нравится? К ленте времени, как вы видите, можно прикреплять картинки, тексты. Но, к сожалению, здесь нет функции вставить на сайт и в блог. Здесь даются только ссылки. Но зато количество таких лент времени можно создавать безгранично. Нажимаете кнопку «Создать событие». Открывается вот такое окошечко. А как вы видите урок в школе с использованием ленты времени подобных средств обучения? Поделитесь вашим опытом. Спасибо. Хорошо, сейчас я про таймтоуст закончу и попробую поделиться своим небольшим опытом. Таймтоуст – это вот окошечко для создания событий. Create Event. Оно называется Event Details. Вписываем заголовок события, его описание. Далее устанавливаем дату, которую прикреплять нужно событие. Здесь есть даты и до нашей эры, и после нашей эры. То есть для историков хороший вариант. Дальше можно загрузить фотографию. Отменить, очистить, и все дополнительные опции тоже все работает. Добавляем фотографию, сохраняем. Create Event, опять фиолетовую кнопку эту нажимаем, и у нас появляется первое событие. Затем снова Create Event, новое окошечко, и опять точно так же добавляются события. Далее, после того, как вы все сохранили, можно дополнительно открыть дополнительные опции. Они во вкладке More больше. Ну, для просмотра, конечно, само собой. Можно попробовать распечатать. Обязательно для того, чтобы просматривали ленту времени, нужно установить функцию публичного просмотра, общественного просмотра, паблик. Называется просто ползунок передвинуть в сторону. Ну и тут же рядышком кнопочки для того, чтобы копировать ссылки. В социальные сети можно отправить сразу, либо просто получить ссылку. Вкладка Embed в бесплатном аккаунте не рабочая. Если ее открыть, там будет пустота. Потому что это за дополнительную плату коды выдают для вставки на сайты и в блоге. А так сервис очень интересный, стабильно работающий, работы в нем не пропадают, сохраняются. Все, что я создала в 2013 году, до сих пор благополучно здесь существует. Поэтому пользоваться можно. И замечательно, что он развивается и немножко поменял свой интерфейс и стал такой более симпатичный, на мой взгляд. Вот. Здесь забыла еще кнопочку Collaborate вам назвать. Это функция совместной работы. Это хорошая вещь, если вы организуете какие-то совместные проекты с читателями, либо со школьниками, приглашать соавторов. Рассылайте им приглашение по электронной почте, им нужно всего лишь зарегистрироваться. А дальше вы предлагаете им либо ленту времени просматривать, либо редактировать, либо абсолютно все возможности вплоть до удаления. Тут три вида доступа. К ленте времени существует. В общем, очень хороший сервис, мне нравится в работе. Так, возвращаемся к опыту работы. Опыт работы у меня не очень большой с лентами времени в школе. Больше я с ними работала, когда работала в библиотеке, как библиотекарь. Но прежде всего мы делали информационные продукты с лентами времени связанные и демонстрировали, допустим, на мероприятиях, либо дистанционно вешали в блоге, и предлагали читателям так знакомиться с информацией. Собственно, мне кажется, в школе можно точно так же это все делать. Можно информационные продукты школьникам давать. Я вам чуть позже покажу несколько ссылок, созданные учителями ленты времени. Очень интересные получаются вещи. Вместо того, чтобы заставлять детей читать какую-то скучную биографию какого-то известного деятеля, писателя, например. Можно предложить им ту же самую информацию получить через ленту времени. Понятно, это потребует много затрат временных ваших, но это интересная вещь, и так результаты активности пользователей анализировались, но просмотр его никак не проанализируешь, только если по количеству просмотра смотреть, да, сколько просмотр, да, цифры большие просмотры, то есть этот контент, он явно вызывает интерес, потому что если сравнивать тексты или вот такие визуальные вещи, то да, визуал, он увеличивает посещаемость, допустим, сайта, блога, просмотров, количество увеличивается.
Что касается, если в школе работать активность, ну, можно это предложить в виде творческого проекта детям, и тогда вы точно 100% можете оценить их активность. Дать им домашнее задание, сделать ленту времени. Сначала показать им немножко, как это все делается, ну и дать им в качестве домашнего задания или в качестве проекта совместного. Функция Collaborate совместной работы позволяет делать совместные проекты. Они с разных компьютеров у себя, сидя дома, могут совместную сделать ленту времени, ну а вы уже результат оцените. Ну, вот так вот можно еще активность пользователей оценивать. Вот. Если вы в социальных сетях все это будете публиковать, вы будете оценивать это по количеству лайков, репостов и так далее. Можно так тоже. Ну, вот я постаралась как могла ответить на вопрос, так сумбурно. Возвращаюсь к дальше. К сервисам для создания лент времени. Сервис Inwoven, который я бы использовала для создания виртуальных выставок. И, собственно, я это и делала. 2018 год, вот ссылочка, это книги юбиляра 2018 года. Вообще сервис, он создан для создания, изначально предназначается для создания коллекции картинок, которые можно выстраивать по хронологии. И в итоге просматривать их как ленту времени. Почему бы и нет? И тогда можно, допустим, в виде картинок взять обложки книжек, расставить их по хронологии, и получается такой календарь знаменательных книг, календарь книг-юбиляров, который можно просматривать с компьютера. Необычно, потому что обычно эти все выставки делаются в виде обычных презентаций PowerPoint. А так вот что-то новое. Единственное, что сервис он выдает такой большой широкоформатный проект, поэтому на сайт и в блог он не вставится, а вот по ссылке можно делиться с читателями, чтобы они могли пройти и посмотреть. Ну и, собственно, и в школе наверняка можно что-то подобное придумать по биографии каких-то писателей, поэтов. И здесь количество событий на ленте времени не ограничено абсолютно. Сервис бесплатный, количество лент времени тоже не ограничено никак. То есть вы можете создавать и заполнять ленты времени любым контентом. Вот смотрите, какой контент тут есть. Это форма для добавления событий. Единственный минус сервиса, который я заметила, немножко запутанная навигация, потому что здесь с первой попытки, ну, придется время потратить, чтобы разобраться. События здесь называются необычно – milestone, верстовые столбы. Ну, это по-другому вот эти отсечки на ленте времени, события какие-то. Ну, вот так выглядит карточка для заполнения milestone. Заголовок – это название картинки. Можно туда что-то вписать, можно не вписывать. Картинка будет называться так, под каким названием вы ее загрузили с компьютера. Дальше. Здесь прикрепляется локация. Если вы создаете что-то прикрепленное к каким-то географическим объектам, ну, например, Уильям Шекспир, хотите прикрепить сюда Великобританию, да, в качестве страны, где проживал автор, там можно добавить локацию. Дальше, поскольку это лента времени, то обязательно дата. Здесь формат даты вот синеньким внизу написан через косую черту год, месяц, день. Можно только год, можно год, месяц. Дальше в разделе description, это описание, любой текст, который вы можете сюда добавить. Текст это не обязательное поле для ключевых слов. Если вы как это будет отображаться на ленте времени, вот сюда milestone и записываем название. И это название будет появляться на ленте времени. Это основные поля. Есть еще дополнительные, я их в рамочке выделила. Get link – это для получения готовой ссылки, когда вы все закончите. Есть вот эта вот вкладка, называется Media Options, и ниже Add Audio Note. Что это такое? Media Options позволяет добавлять еще сюда медиа-объект в видео по ссылке из YouTube, например, а Audio Note позволяет добавлять голосовую озвучку. То есть вы можете сделать озвученную ленту времени. Голос вы можете заранее записать, потом загрузить с компьютера, либо прямо в режиме онлайн, здесь функция записи есть, и вы можете озвучивать все ваши события на ленте времени. То есть тот, кто будет просматривать, будет нажимать на кнопочку, получать информацию и заодно слушать какие-то добавочные сведения.
Интересный и необычный сервис, он начинает только-только развиваться. Пока вот работ там на русском языке не так много. Это была моя первая попытка, то, что я вам сейчас показала. Можно, у него, я думаю, есть хороший потенциал у этого сервиса. Надеюсь, он в будущем не пропадет. Сутори. Менял название. Раньше он назывался иначе. Ну вот сейчас под этим названием. Сервис тоже для создания ленты времени. Но ленты времени здесь необычные, вертикальные. И больше напоминают публикации в сети. Ну, вот такая лента времени, например, это про историю Смоленска. А вот лента времени, вторую ссылку я сейчас отправлю. Лента времени, созданная преподавателем русского литературы по творчеству Толстого. Ну, которую она предлагает своим ученикам, чтобы они познакомились с биографией писателя. На мой взгляд, очень удачный опыт. Что здесь в этом сервисе простого и сложного одновременно? Сервис на самом деле простой. Здесь все в виде блоков. Вы просто щелкаете мышью, выбираете нужный блок из списка и далее наполняете его информацией. Второй плюс у сервиса – здесь не обязательны даты. То есть, если вы точную дату не знаете какого-то события или просто хотите создать интересную публикацию без привязки к датам, то это все возможно. Ну, вот, например, про белого медведя статья. Это вообще получилось не лента времени, но отображается в виде вот таких временных отсечек вертикально. Можно и такие создавать публикации, и так, использовать и как ленту времени, и как средство для создания так называемых лонгридов, статей цифровых. Ну вот еще про енотов, такой же вариант лонгрида. То есть две возможности. А вот блоки. Вверху список всех блоков, которые предлагают Стори. Текст, изображение, видео, аудио, викторину небольшую с выбором ответа, игра из кусочков собрать, пазл. Можно добавить форум обсуждения, подзаголовки. И такая опция, есть еще интересный факт. Это что-то, знаете ли вы что. В любой блок добавляйте просто нажатием. Сначала на плюс нажимаете, а затем щелкаете нужный вам блок. И он добавляется вам на ленту времени, а вы там уже можете мышью передвигать, переставлять их в нужном порядке, как вам больше нравится. Текстовое поле обычное, как мы привыкли, здесь текст вписывается, можно к нему ссылку добавить. Либо, если текст большой, можете целую заметку прикрепить. Сначала написать небольшую аннотацию, а потом к ней заметку добавить. Викторина тоже не очень сложная. Текст, вопросы добавляем. Два или три или больше вариантов ответа. Отмечаем правильной галочкой. Викторина добавлена. Теперь о минусах сервиса. Он отлично смотрится, отлично вставляется на сайты в блоге. Можно и ссылкой делиться. Теперь из минусов. Здесь демо-версия. Сейчас он монетизировался, и поэтому бесплатно со всем функционалом он работает. Если я не ошибаюсь, две недели он работает. 14 дней. После этого функционал резко уменьшается, и вы сможете добавлять только тексты и картинки. Первые два блока. Остальные уже будут недоступны, к сожалению. Поэтому для долгой работы либо нужно несколько аккаунтов заводить, либо как-то по-другому выходить из положения. Но для слишком долгой работы сервис, к сожалению, уже не подходит. А вот для каких-то интересных разовых проектов, акций, для публикаций быстрых, двухнедельной. За две недели вы можете создать неограниченное количество публикаций, кстати. Ну, если вам что-то срочно и красиво нужно сделать, то это вариант Сутори. Дальше более подробно я расскажу о сервисах, которые такие в более щадящем режиме работают. Тайм-график, например. Он позволяет создавать ленты времени больше по количеству событий, и плюс он на русском языке. Поэтому о нем расскажу чуть более подробнее. Тайм-график – это изобретение наших российских ученых-программистов. Позволяет создавать ленты времени и затем публиковать их в интернете, либо делиться ссылками, либо на сайт в блог вставлять. Несколько ссылок сейчас вам отправлю. По истории, про открытие. Просто они все разные. Здесь где-то есть просто текст, где текст с картинкой. Есть текст со ссылками и с видеороликами. Вот эту последнюю ссылку сейчас отправлю. Это текст
картинки, видео, там много-много всего, очень много контента самого разнообразного. Вот она. Это про адмирала Невельского, «Лента времени». Ну и еще одну на литературную тематику про Шукшина, тоже биография писателя. Там просто немножко нужно масштаб увеличить, чтобы лучше «Лента времени» смотрелась. Вот, ссылки все. Пока я буду рассказывать, можете по ним пощелкать, походить, посмотреть, нравится, не нравится ли вам. Очень просто все. Здесь регистрация занимает буквально 30 секунд. После этого получаете доступ на ленту времени. Она изначально вот такая серенькая, черненькая на экране. Вы щелкаете мышью в любой момент этой ленты времени, появляется список в виде вот такого круга всех возможностей, все точки, которые можно сюда добавлять. Нас прежде всего будет интересовать событие, оно в самом верху. Это традиционная точка. Дальше есть период времени. Если вы какое-то событие, растянутое по времени, хотите визуализировать, то можно его выбрать, например, жизнь и творчество писателя, хотите такой длинной линией обозначить, можно. Она на экране будет такая цветная длинная линия. Далее уже такие более специфические элементы, потому что сервис предназначен для делового общения. Здесь есть доля, например, процент выполнения какой-то задачи, это называется доля. Тут есть статистика, вы можете в виде вот таких вот статистических диаграмм какие-то цифры выдать, например, по истории, если ленту времени создавать. Здесь есть уже готовая статистика по странам, там самая разная информация по образованию, по географии, по истории, все что угодно. Единственное, что она на английском языке, минус. Вот. И можно интегрироваться с сервисами Google, если вы планируете сюда добавлять разную информацию с Google календаря, с Google документов и так далее. Можно. Интеграция с Google есть. Ну и остальные уже функции, они такие уже менее востребованные. Но если разобраться, тут все понятно, оно на русском языке. Если мы выбираем просто события, то открывается карточка, она у меня сейчас на экране с правой стороны. Вот эта карточка события. Название события, дальше его описание небольшое, дальше обязательно дата, к которой привязывается ваше событие. Дату выбираете из календаря, у вас откроется календарь, вы просто щелкните нужный вам момент времени. А вверху три такие иконки, это для добавления контента. Фотографии, видео по ссылке из YouTube и карты. Карту выбираете на карте Google, щелкаете нужное место по названию местности, а видео из YouTube добавляется. Все это прикрепляется к событию. К событию вы можете добавить сразу несколько элементов. И видео, и картинку, и карту. Три в одном. Да, забыла вот еще внизу тут такие дизайнерские штучки. Положение на ленте времени. Сверху, снизу, справа, слева, в виде точечки, в виде квадратика и так далее. Это уже дополнительно вы так красиво ее украсите. Ваше событие. Презентацию можно сейчас скачать, пока еще наш вебинар продолжается. Вверху справа есть кнопочка такая в виде папки. Если на нее нажать, откроется вкладка «Общедоступные ресурсы», и там вы найдете презентацию, называется она «Таймлайны». Если нажмете на зеленую кнопку рядом, скачайте ее к себе на компьютер сейчас. Вот, презентация до конца вебинара будет в доступе, можете ее скачивать. Вот так выглядит окошко более подробно. Это сейчас календарь я открыла, чтобы было понятно, как это выглядит. Здесь можно указать год, месяц, день, вплоть до часов и минут. Если хотите, есть движок для переключения до нашей эры и после нашей эры. Событие на экране изначально будет вот таким вот зелененьким квадратиком. Можно перекрасить, тут выбор цветов тоже есть. Ну а рядышком вот значок карты, вы в графу «Найти на карте» вписываете нужный объект, нажимаете «Ок», у вас карта добавилась. Есть такая опция, здесь еще группировка событий, ни в одной ленте времени нет, здесь есть. Если несколько событий объединяются одним периодом, ну, я не знаю, например, Великая Отечественная война, несколько битв Великой Отечественной, объединить одной рамочкой можно для красоты на ленте времени. Для этого есть опция группировка событий. Вам нужно создать более чем одно событие, затем их выбрать, сгруппировать и выбрать цвет, которым вы их вместе объедините. Опять же, к этой группировке опять можно все медиа-объекты добавить, тексты, картинки, видео, карты и так далее. Значок «Замочек» показывает, что этот контент платный. То есть есть здесь еще опция добавления заметок,
но она платная. Корзинка внизу для того, чтобы удалить объект, если он вам не нравится. Количество объектов теперь по тарифам. Тариф здесь есть платный и бесплатный. Бесплатный тариф создает одну, к сожалению, только одну ленту времени. Можно добавить на нее 30 событий, вот таких вот квадратичных или в виде кружочков, и прикрепить 10 медиа-объектов в сумме. Да? Это и касается картинок, карт и вот всего вместе. В общем. Может быть, это не очень много, особенно если вы много и часто создаете ленты времени, но красочно в итоге получается. Здесь еще есть дополнительная опция, если вам этот серый фон не нравится, ленту времени можно сделать белой. Есть переключатель, такая лампочка наверху. Есть еще значок фотоаппарата рядом с кнопочкой Save, сохранить. Он позволяет добавить сюда фоновую картинку для красоты. Тогда лента времени заиграет. Вот. Здесь, что возможно в этом сервисе, поскольку он на русском языке, создатели сервиса идут на различные такие акции, не акции. Ну, в общем, с ними можно пообщаться. И на какой-то пробный период они могут вам дать доступ ко всем опциям. Вот. Ну, например, написала я статью про этот сервис, они про нее узнали и разрешили мне целый год пользоваться этим сервисом бесплатно в неограниченном количестве. И если им в личку написать, они тоже могут откликнуться, и можно попробовать у них как-то более расширить функционал. Они для некоммерческих и образовательных организаций идут на какие-то уступки. Поэтому можно с ними посотрудничать, если вы этим сервисом заинтересуетесь. В итоге, что получается? Обязательно нужно добавить сюда общественный просмотр, паблик, потому что по умолчанию лента времени будет личная, лично ваша, private. Вам нужна опция паблик. Обязательно нужно ее как-то назвать внизу, окошечко для называния. Ну и в итоге вы получаете вот такую ссылку и вот такой код. Можно на сайт, в блог пристроить, либо просто ссылкой делиться со своими читателями и школьниками. Такая вещь. Еще один сервис TimelineJS, тоже очень известный сервис для создания лент времени. Он вообще кардинально отличается от всех остальных. Если во всех остальных мы создавали события, даты и к ним прикрепляли какие-то картинки, тексты и так далее, то здесь для того, чтобы создать ленту времени, нужно заполнить таблицу. Если английский язык вас пугает, то, может быть, немножко будет страшновато, но для этого сервиса очень подробные есть инструкции с переводами. И это поможет справиться, особенно если с первой лентой времени управишься, то потом уже дальше пойдет все намного проще. А сервис внимания стоит, потому что, во-первых, он бесплатный, и, во-вторых, количество лент времени здесь не ограничено. Сейчас расскажу вам, как это все работает. Вот опять несколько ссылок в чат. Разные тут ленты времени совершенно, и про Белинского, и про хронологию развития человечества, чтобы вы могли познакомиться с ними поподробнее. Ну, давайте посмотрим. Вы заходите на сайт. Единственное, что потребуется от вас, это то, чтобы у вас был Google аккаунт. Вот это обязательное требование. Регистрироваться здесь специально не надо, но нужен доступ к вашему Google аккаунту. Нажимаем кнопку Make Timeline. Дальше кнопочка получит шаблон. Это шаг первый. Шаблон вы сохраняете на свой Google диск и открываете его. Вот так выглядит шаблон. Для того, чтобы получилась лента времени, сгенерировалась, нужно заполнить вот эту таблицу. Что-то напоминает, да не напоминает, так и есть, экселевская таблица. Единственное, что здесь нельзя, объединять ячейки, удалять строчки можно, а вот объединять ячейки, удалять столбики здесь нельзя, иначе лента времени не получится. Каждая графа, каждый столбик здесь подписан. Вы просто нужную информацию разносите по графам. Здесь уже изначально будет какая-то лента времени учебная. Вы просто стираете информацию, добавляете свою. Красные столбики – это то, что обязательно для заполнения. Все остальные столбики по вашему желанию. Обязательно нужна какая-то дата. Достаточно хотя бы года. Ну, можно более подробно – месяц, день или время. Но обязательно год. Все остальное желательно. Окончание события. Тоже четыре колонки – год, месяц, день, время.
Дальше, если вы хотите временной промежуток отобразить, то тоже есть такая опция. Сюда вы вписываете название месяца. Но, к сожалению, здесь придется писать по-английски. Сервис англоязычный. Например, если вам нужен январь, то надо английскими буквами писать January. Ну, Google переводчик может помочь в этом случае. Дальше, заголовок. А вот здесь уже можно кириллицей нашей. Заголовок, название события первого, оно будет вот в первой графе. Ваше первое событие. Дальше текст – это описание события. Дальше. Вкладка «Медиа». Сюда можно добавить ссылочкой какой-то медиа-контент. Либо это может быть видео, либо картинка. Картинка добавляется по ссылке, то есть не с компьютера, а вы находите это изображение в интернете, вам нужно, и сюда добавляете ссылку. Дальше, если это какая-то картинка авторская, ну, обязательно, желательно добавить авторство этого изображения. Можно подписать картинку, заголовок медиа, либо видео подписать, либо картинку. Миниатюра, если она вам нужна, ну, это не обязательное поле. Ну, а дальше такие уже дополнительные возможности. Если вы хотите, чтобы это событие стало стартовой страницей, то вот там нужно написать слово title. Оно стоит по умолчанию, просто вы можете стереть, если не хотите ее сделать стартовой. Дальше. Можно сгруппировать события на ленте времени. Есть для этого вкладка группы. Например, для чего это нужно? Например, вы на одной ленте времени собираете события совершенно разные. Например, часть событий у вас из истории России, а часть из истории мировой. И вы можете по группам их разделить. Напротив каждого события подписывать тегом или ключевым словом, что это будет. Россия, мир, например. И у вас в итоге внизу ленты времени появятся две надписи как раз. Россия, мир, вот эти два. И вы, нажимая на них, получите только те события, которые относятся именно вот к этой группе. Надеюсь, понятно объяснила. Ну, вот такая группировка есть. Еще есть интересная штучка, фон она называется. Это для закраски фона. Если вы сейчас ссылку открыли какую-нибудь, то заметили, что здесь лента времени необычная. Она такой слайдер напоминает. Вверху как презентация листается, а внизу сама лента времени. И вы можете либо слайдером все это перелистывать, либо нажимать на точки на ленте времени. Кстати, на Директ Академии вот как раз расписание вебинаров сделано вот в этом сервисе, в таймлайне JS. А если возвращаясь к бэкграунду, к фону, то фон здесь прописывается, если вы обратите внимание внизу на слайдике, вот этим вот кодом, программисты скажут точно, как он называется, цифровым кодом. То есть мы не пишем там белый, черный, зеленый, а у каждого цвета какой-то есть цифровой код. Да. Но мы, к сожалению, не программисты, цифровых кодов не знаем, поэтому есть специальные сервисы, сайты, где все эти цифровые коды есть, просто нужно их найти и скопировать. Вот ссылка на такой, цифровые коды. Там палитра, вы просто щелкаете в нужный цвет, и вам цифровой код выдают, а вы его копируете и вставляете в табличку. Здесь какое-то количество ячеек есть. Если у вас событий больше, вы просто внизу... Да. Вот расписание нам подсказали, которое сделано в этом сервисе. Да-да-да. И после этого вы это все сохраняете у себя на компьютере в обязательном порядке. Далее нужно опубликовать это в интернете через вкладку «Файл». Публикуете табличку готовую. А дальше получаете ссылку на эту табличку. Ссылку обязательно берем из строки браузера наверху, копируем ее. И возвращаемся на сайт этого сервиса. Вставляете туда эту ссылку, и у вас тут же генерируется код. Вы этот код можете к себе на сайт, в блог построить. Ну и вообще этим кодом можно, кстати, и делиться. Я раньше об этом не знала, но вот когда мастер-класс проводила, участники делились этими кодами, они совершенно спокойно открывались в отдельных вкладках. Поэтому можно и этим кодом делиться тоже. Если у вас ни сайта, ни блога нет, можно в качестве такой ссылки можно и им делиться. Ну и все, у вас лента времени сгенерировалась. На диске эту табличку желательно не терять, если вы хотите ее редактировать. Потом можно в любой момент ее отредактировать на ваш вкус. Вернуться к этой таблице, вновь ее перезаполнить, поменять там цвета, тексты, другие картинки добавить и так далее. Вот в общих чертах все. Здесь вы можете настроить длину, ширину,
Есть дополнительные опции, нажимаем на кнопку «Шоу», и там вы можете уже по шрифтам посмотреть опции, какие-то дополнительные элементы оформления, вот они там скрываются. Таким образом работает этот сервис. Еще один из моих любимых – H5P. Судьба у него очень интересная. Это сервис для создания интерактивного контента. Он мне тоже нравится, наряду с Genially, наряду с Learning Apps, позволяет создавать самый разный контент интерактивный. Здесь есть и видео интерактивное, и презентации, и игры, огромное количество игр, игровые упражнения с текстом, с картинками, с аудио, с видео. В общем, много чего здесь можно создать. Большое количество шаблонов, я уже со счету сбилась. Раньше было около 40, но он развивается, сейчас, наверное, еще больше. Почему судьба у него необычная, у этой ленты времени? Потому что одно время ее убрали почему-то с сайта, нельзя было ее создавать, и я очень огорчалась. К моему счастью, появилась лента времени в этом сервисе, вновь можно ее создать. Пару ссылок сейчас я вам в чат отправлю, как может выглядеть. Тут и лента времени с картинками, и без картинок, и лента времени с фоновой картинкой. Тут три варианта. Смотрите, как вам больше нравится. Сервис бесплатный, абсолютно. Количество контента не ограничено. Лента времени можно создавать сколько угодно. Ну и вообще всех упражнений тоже можно создать много. Поэтому рекомендую использовать. Как это все работает? Нужно заполнить шаблончик, как в Learning Apps. Единственное, что на английском языке, тут вам Google переводчик понадобится, особенно на первых порах. Выбирайте шаблон, который так и называется «Таймлайн». Дальше все очень просто. Вы сначала вписываете заголовок вашей ленты времени, какое-то описание, если хотите. Здесь есть функция масштабирования, но это такая тонкая опция, поэтому по умолчанию очень хорошо здесь все настроено, можно и не трогать. Для красоты можно добавить фоновое изображение и настроить высоту ленты. По умолчанию стоит 600, можно на этом успокоиться. Далее, добавляем события. Для этого есть кнопка серая Add Item, добавление событий. А дальше вписываем дату, начало, окончание. Тут формат очень необычный у даты, через запятую. Год, месяц, день. Можно год, месяц, можно полностью. Название каждому событию, описание, как обычно. Теги, если вы хотите. Самая интересная кнопка здесь – медиа-объекты. Вот на нее нажимаем. Сюда можно в медиа-объекты добавить картинки и видео по ссылке с YouTube. Здесь, к сожалению, количество медиа-объектов, в отличие от тайм-графика, например, оно ограничено. К одному событию один медиа-объект можно добавить. Но в итоге все равно получается что-то похожее на Timeline.js. Тоже получается слайдер, который листается, и внизу временные отсечки. Они в чем-то друг на друга похожи. Может быть, конструкторы были одни и те же. Но это мое предположение. Не утверждаю, что это было так. И еще один интересный сервис для создания лент времени. Он создает ленты времени в режиме 3D. Сейчас постараюсь ссылку вам найти. Потеряла? Да, нашла. Еще парочку ссылок про тики-токи. Сервис для создания лент времени, которых можно просматривать в обычном режиме, плоскими, и в режиме 3D. Там внизу должна быть кнопочка, по-моему, с левой стороны, для переключения в режим 3D. И тогда у вас эта лента времени будет такой напоминать тропинку, дорожку, и события будут вставать, ну, в прямом смысле этого слова, становиться более выпуклыми. Ну, вот такая опция 3D. Тики-токи очень красивый сервис. В нем можно создавать отличные ленты времени. Здесь большое количество возможностей. Количество объектов на ленте времени не ограничено. Но, к сожалению, опять бесплатно можно создавать только одну ленту времени. Ну, вот я для примера взяла, заскриншотила стартовую страничку для ленты времени. Да, действительно, согласна с вами, красиво. Даете заголовок ленте времени, отсечки временные, начало и конца. Их можно потом по ходу поменять, если что-то у вас изменится. Он вам предлагает цвета, черный, фиолетовый. Ну, наверное, любимые цвета создателей сервиса. Можно перекрасить с помощью цифрового кода, опять-таки,
другой какой-то цвет эту ленту времени сделать. Далее. Вот я фоновую загрузила картинку. Можно здесь опция есть, фоновые картинки. Если вам не нравятся однотонные, можно свою добавить. А дальше вот это вот окошко, административная панель здесь. Все очень так красиво называется, админка. Она с правой стороны здесь. Есть всплывающие подсказки, но это для знатоков английского. Они могут кому-то помочь, а могут кому-то и осложнить жизнь. Есть подробные инструкции ко всем этим сервисам. Я чуть позднее расскажу, где их взять, если вы заинтересуетесь. А вот админка. Что здесь интересного? События добавляете. Называются это не событиями здесь, а story, new story. Вот. Нажимаете «Добавить эту new story», открывается административная панель, и можно сюда добавлять информацию. Я в красную рамочку выделила важные вещи. Basic info – это какая-то небольшая информация по событию, например, название и краткая аннотация. Медиа. Сюда добавляются различные медиа-объекты. Там могут быть картинки, могут быть видео со ссылками на YouTube. Вот. И теги, но это не обязательная опция. Экстра инфо. Вот здесь в экстра инфо можно добавить подробный какой-то текст. В basic инфо здесь информация такая очень маленькая, небольшая. В экстра вы можете прямо какой-то большой материал загрузить по тексту. Обязательно каждому событию, конечно, название дается, окончание, начало вы по календарю выбираете. Интро. Небольшая аннотация тоже. Категории, если хотите, можно пропустить. И линк – это ссылка. Вы сюда можете еще ссылку добавить в итоге к вашему событию. Вот. Ну, дальше переходите к новой истории. Опять щелкаете, появляется новая административная панель, вы опять все заполняете заново. Сохраняете, получаете ссылку. На сайт, на блог это не вставляется, а вот так пользоваться и удивлять своих читателей либо учеников можно. Это, правда, очень интересный проект, правда, такой уже более продвинутого уровня, но очень красиво в итоге выходит. Можно просматривать эту ленту времени карточками, можно вот в 3D формате, а можно в плоском режиме. Тут три варианта просмотра. Ну и уже подходя к заключению вебинара, 2/3 рассказала, еще немножечко, а если уж говорить о лентах времени, то обо всех возможностях. Есть мобильные приложения для создания лент времени. К сожалению, для Android мобильные приложения уже не работают, очень жаль. Но были одно время приложения, которые позволяли создавать ленты времени с помощью мобильных устройств. Сейчас это актуальная тема. Были. Правда, ленты времени, конечно, получались очень простые, с текстами и с картинками, но, тем не менее, вот с помощью смартфона и планшета оказывается можность создавать нечто. Правда, теперь это можно делать только на Apple. Это все для iOS. Timeline 3D и Timeline Maker. Ссылки активные, если захотите, можно, скачав презентацию, по ним походить, посмотреть. Вот я из этих двух выбрала Timeline 3D. Ссылку на YouTube сейчас вам дала. Это ссылка, как выглядит эта лента времени на планшете. Выглядит, правда, очень круто. Это что-то наподобие тики-токи. Оно тоже такое не плоское, а выпуклое, 3D. Еще и двигается это все, пролистывается. Здорово смотрится, конечно. Есть и версия для Mac, для MacBook'ов, для Mac-компьютеров и так далее. И вот для iOS, для мобильных устройств, для планшетов в основном. Скачивается и устанавливается. Ну, а по цене уже посмотреть можно. Насколько я помню, мобильное приложение было бесплатное. Для компьютера это приложение стоит какую-то денежку. Но, тем не менее, вот если возникнут вопросы, то есть и мобильные приложения для создания лент времени. Ну и, наконец, в заключение. Все-таки не всегда есть доступ к интернету. И не всегда мы можем выйти в интернет на том же уроке, показать ленту времени и предложить ее школьникам, например. Чтобы не ограничивать свои возможности, можно создавать ведь ленты времени и офлайн. Может быть, они не будут так красиво выглядеть, как 3D, но тем не менее, есть и такие опции. Ну, самый простой вариант – это, конечно, наш любимый PowerPoint. Есть на сайте Microsoft целая коллекция шаблонов уже готовых лент времени. Вы просто скачиваете себе этот шаблон, он бесплатный, а дальше добавляете туда свою информацию.
то, что посчитаете нужным. Плюс этой ленты времени, то, что она у вас сразу будет внутри презентации. Это очень удобно, если вы какой-то материал показываете, допустим, на уроке, либо в библиотеке на мероприятии, и прямо внутри встроенная лента времени. Очень необычно. Кроме того, в PowerPoint ведь можно анимировать объекты, прикреплять к ним гиперссылки. То есть какой-то интерактив все равно сюда можно добавлять. И поэтому нельзя сказать, что PowerPoint как-то уж очень сильно проигрывает онлайн-сервисом. К тому же это все всегда будет с вами, всегда под рукой и никуда не пропадет, в отличие от онлайн-продуктов. Есть еще специальные надстройки. Если вам шаблонов маловато, можно попробовать настройки для PowerPoint. Первая из них называется Office Timeline. Там, если вы ее скачаете, она бесплатная, она надстроится на вашу программу PowerPoint, появится у вас новая вкладка внутри программы Office Timeline будет называться. А внутри там тоже есть шаблоны, в которых можно что-то создавать. Ну вот я взяла, попробовала, взяла шаблон самый простой, какой там был, и добавила сюда картинки, подписала тексты. Плюс к этому это не интерактивная картинка, а сюда можно еще интерактивчик добавить. Например, сделать картинки анимированными, гиперссылки добавить, если хотите, для дополнительной информации, что-то еще, какие-то еще варианты. Придумать триггеры, задействовать и так далее. И у вас так станет интерактивная презентация лента времени. Еще одна надстройка, она мне меньше нравится, но я попробовала то и другое, честно. Здесь другие немножко шаблоны, различаются они только оформлением шаблонов. Timeline Maker, он чуть попроще, но он и не такой красочный. Вот так выглядит лента времени. То же самое, сюда добавляются тексты и даты. Картинки мне добавить не удалось, она бескартиночная, в отличие вот от этой. Но в любом случае вы можете их вручную добавить, не через шаблон, а через просто вставку, как в обычную презентацию, и сделать здесь еще и картинки. Так, ну и в заключение, это уже программный продукт для школ. Они больше работают с юридическими лицами, хотя можно, конечно, и себе такое заполучить. Но это платная программа для создания лент времени. Называется «Хронолайнер». Обычно принцип здесь такой. На всю школу закупается лицензионный продукт, устанавливается на компьютерах, и вы на любом школьном компьютере можете ее показывать. К сожалению, я вам даже ссылкой не могу никак это показать, потому что минус, что она будет работать только на тех компьютерах, где она стоит. Поэтому вот только скриншотами. Она на русском языке, здесь несложное все. Точно так же события добавляются на какие-то временные отсечки. Ну вот про Юрия Гагарина была там специальная такая справочная презентация. Это окошечко для добавления информации. Сюда вносится какой-то текст, картинку можно добавить, метку на карту, прикрепить к карте, например. Звуковой комментарий озвучить, гиперссылку. Ну и вот, практически все медиа-объекты сюда добавляются. Видео тут, правда, не хватает, но я думаю, через ссылку тоже здесь и видео можно прикрепить. И в итоге это все размещается по ленте времени, а дальше вы на уроке открываете, все показываете, демонстрируете. Это все очень интерактивно, смотрится красиво. Да, но только на том компьютере, где она установлена. Стоимость программы 11 тысяч. Ну, такое недешевое удовольствие, поэтому, ну, они себя активно продвигают, поэтому решила рассказать на всякий случай, для, чтобы информация уже окончательно была полной по этой тематике. Ну и в заключение, подводя итог, лента времени, конечно, отличная штука для визуализации информации, как ее интересно подать, расположить. Тут самое главное, чтобы была идея. А сделать можно все, что угодно. И хроники, и календари знаменательных дат, и виртуальные выставки, и игры. Вы можете даже свое портфолио и отчет о проделанной работе вообще сделать с помощью ленты времени. Это будет очень оригинально и необычно. Ну и самое главное, здесь еще исследовательской деятельностью можно заняться. Предложить школьникам, читателям провести конкурс лент времени. В общем, тут главное, чтобы идея была. А все остальное, уже техника, она приложится. Вот, пожалуй, теперь точно на этом все. Все, что знала, рассказала. Внутри моей презентации есть много-много разных полезных ссылок. Есть ссылка на справочную презентацию. Вот я вам говорила, что есть много обучалок. Все обучалки я создала, собрала в специальной презентации, чтобы все в одну не
добавлять. Вот обучалки, примеры, которые я вам кидала в чат, они все собраны в презентации 12 онлайн-сервисов для создания лент времени. Гиперссылка рабочая, скачивайте стартовую презентацию, а дальше пользуйтесь, пожалуйста. Это все открыто для просмотра. Если вы что-то потеряли в ходе вебинара, то, пожалуйста, вся информация здесь кратко собрана. Вот, пожалуй, и все. Если у вас какие-то вопросы будут появляться позднее, то меня можно найти на Фейсбуке, по электронной почте, в блоге и в группе на Фейсбуке, которая называется «ИКТ-мастерилки для педагогов и библиотекарей». Это вот моя группа, посвященная как раз всяким ИКТ-премудростям. Я надеюсь, вебинар был вам сегодня не бесполезен. Буду вас рада видеть уже на следующем вебинаре. Он в начале октября произойдет. Если я ничего не путаю, это будет 9 октября. Да. Тема будет виртуальные экскурсии. И все, что связано с путешествиями по картам и без карт. Вот. Спасибо большое за внимание. Я тогда на этом с вами прощаюсь.